Сегодня в Брестском областном исполнительном комитете состоялось заседание участников программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», реализация которой рассчитана на период с 2007 по 2013 годы. Основная цель мероприятия – разъяснение вопросов и предупреждение проблемных моментов, которые могут возникнуть при внедрении проектов и отчетом по их деятельности. На данный момент в Беларуси в рамках программы реализуется 41 инициатива. На Берестейщине основное ее направление охватывает социальную сферу. На территории Брестской области реализуются проекты, направленные в основном на социальную сферу, такие как покупка кардиологического оборудования Брестской областной больницей, реконструкция очистных сооружений Каменецкого ЖКХ, строительство 17 километров канализации в городе Высоком, подключение более 3000 частных домов к централизованной канализации. Вот также проекты, которые реализуются нашими высшими учебными заведениями, университетом имени Пушкина, политехническим университетом, а также общественными организациями. Брестское областное управление МЧС в рамках программы «Трансграничный сотрудничества уже не первый месяц проводит целый комплекс мероприятий. Создание видеороликов, обучающих фильмов, проведение конференций и активная работа со школьниками. Это далеко не полный перечень разработок, которые призваны повышать уровень грамотности населения и сотрудников. Уже сейчас можно говорить об эффективности проводимой работы, а потому сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества не приходится. Мы достигли определенных результатов, потому что это не первый проект международной технической помощи. Поэтому мы развиваемся, идем в этом направлении и смотрим уже даже на перспективу. На прошлой неделе у нас был подписан договор о сотрудничестве с нашими коллегами в новой программе. Поэтому эта работа будет продолжаться, и я надеюсь, что она будет приносить желаемый результат. Сотрудничество организаций приграничных территорий – необходимое условие развития каждого государства. И трансграничная программа «Польша-Беларусь-Украина» – хороший пример подобной взаимовыгодной работы. А потому совсем неудивителен тот факт, что уже сейчас координаторы данной программы говорят о ее дальнейшем развитии. Согласно плану, проекты, которые разрабатываются сейчас, должны быть реализованы и отчеты по ним предоставлены до конца 2015 года. К этому времени ожидается и объявление нового конкурсного набора для программы, которая будет работать уже в следующую пятилетку до 2020 года.